Это вопрос не ДРСУ, поэтому можно собирать еще 40 комиссий, толку не будет никого. Компания ландшафтная, которая занимается укреплением холмов. Потому что я просто не вникал в те стройки, в которых я даже когда-то участвовал, потому что за этот вид работы отвечала другая компания. Но даже под углом 45 градусов, 45-50 градусов, где внизу железная дорога, мост, автобаны и так далее, то есть у них есть разные технологии. Я помню, одна из, это вот элементарная шла сетка рабица, выкладывали геотекстиль, сверху выкладывали, какую траву, выкладывали крупный камень. Крупный камень и сетка его держала, и геотекстиль не давал прорасти через, чтобы это все не заросло сорняками и так далее. Но это сегодня должны, поэтому зайдите ко мне завтра, дайте мне список компаний, которые вы их найдете. Я не думаю, что в Молдавии их много. И вообще я очень надеюсь, что она есть. Потому что вдоль дорог в Молдавии я нигде не видел, чтобы велись такого вида работы именно по УУ. Потому что то, что сейчас пилить это, хорошо, посадим вместо этого кустарники. Это проблема, все зависит от насколько сильный будет дождь. Простите, или насколько... кустарники садили мы уже не один раз, они не приживаются. Нет, это ничего не решит. Нет, это здесь ведь только вот от бордюра до вот этой детской площадки найти решение, чтобы как минимум через геотекстиль камень она будет пробивать. Но это будет идти уже просто вода, то есть ведь главное, чтобы это не шло с землей там и так можно далее. Можно здесь бетонное, допустим, делать? Вот, нет, ну будет, послушайте, да, я про это и говорил Николаю Николаевичу на прошлом. Нет, я тоже думаю. Ливнёвка, она будет, не, ну все равно будет. Да, у вас проблема не в воде, у вас проблема в болоте. То есть, да, это болото, да, оттуда и болото придет, и здесь просто каша, поэтому... Только мучается. Может, бордюры еще поднять? Нет, нет. Нет, тут можно местами, ну хорошо, но сделать вам метровую стенку. Но вот чем делать эту метровую стенку, которая будет некрасивой, лучше уже выкладывать там камнем, вот этой сеткой и так далее. Но нужно приглашать тех, кто в этом разбирается. Пусть они придут и показать им все улицы. И в конце они мне говорят, Малиновского 10, решение такое-то, картиночка. Малиновского 8. Такое-то и так далее. И, соответственно, потому что везде даже будут разные цены. Это абсолютно индивидуальная история. Тут нет такого, что квадратный метр будет стоить столько-то.